Юные жители планеты, мы, находясь здесь на борту Международной космической станции, хотим пожелать вам, чтобы мечты сбывались, цели были достигнуты. Ведь только желание, стремление к цели помогает людям покорять высоты. Старайтесь, чтобы в ваших действиях были направлены на благо человечества. Любите людей, цените приятные моменты, берегите близких. Мы надеемся, что представители подрастающего поколения пополнят наши ряды. Мы искренне приветствуем и поддерживаем усилия Международного благотворительного фонда «Дети мира» и Международного союза детских общественных объединений, направленные на благо детей. Всем космических свершений, всем звездных побед. Борта Международной космической станции Павел Виноградов, Александр Мисуркин и Роман Романенко.